Всем здрасте! У микрофона Сергей Белоусов, вы находитесь на просторах портала «Помидорка за решеткой», а на ваших мониторах «Digest Indiegogo». Из него вы можете узнать самые интересные события игровой инди-индустрии. Предлагаю не говорить длинных речей, а сразу перейти к новостному блоку, ведь там много чего горяченького. Поехали! Для начала я хотел бы вспомнить о конкуренте грядущих от Lie Miami 2 Wrong Number под названием The Hong Kong Massacre. Примерно полтора месяца назад он объявился на форуме TIG и всего за пару дней поднял много шума. О нем сразу же начали писать все, кому не лень. И ведь было почему. Проект создается всего одним человеком, но при этом выглядит так, будто над ним работает целая бригада разработчиков. Сюжетная часть, конечно, простенькая. Нам необходимо выследить главаря триады и уничтожить его. Но вся загвоздка в его местонахождении. О нем знают лишь ограниченный круг лиц, до которых вам и придется добраться в первую очередь. Но все вы знаете, что перед главными фигурами всегда стоят пешки. Именно с них нам и придется начать. У проекта, кстати, недавно вышел первый трейлер. До этого нам показывали лишь гиф-анимацию с различными ситуациями в игре. Теперь же те, кто был заинтригован, смогли в полной мере понять, как же будет играться The Hong Kong Massacre. И вот что я скажу, очень даже динамично. Прямо на уровне Hotline Miami. Куча людей, крови и оружия. Особенно сильно автор The Hong Kong Massacre хвалится системой поворота и стрельбы, которые вместе делают из главного героя настоящую машину смерти. К сожалению, раз игрой занимается всего один человек, то говорит что-то о датах релиза не получается. Он и сам пока не знает, когда закончит свой проект. Также на прошедшей неделе пришли новости из студии Drinkbox. Это те ребята, что подарили нам Guacamelee и Tales from Space. Они анонсировали свой новый проект, который будет данжен-кравлером, но слегка нестандартным. А имя ему Severed. В нем нам предстоит взять на себя роль девушки-рыцаря, которая однажды проснувшись не находит у себя части руки. Одержимая этой загадкой, она пускается в опасное путешествие, в ходе которого ей предстоит исследовать огромный и открытый с самого начала мир, встретиться с кучей различных персонажей и монстров. Вот на них стоит остановиться поподробнее. Фишкой игры является способность героини присоединять к себе куски поверженных монстров. Скажем, убили кентакли, забрали одну штучку себе, в дальнейшем прикрепили на место отсутствующей руки. Но это я образно сказал. На самом деле противники в игре разнообразны. Тут и каменные големы, и души с кучей черепов, торчащих из тела. В общем, фантазия разработчиков позволила им создать огромное количество монстров. Как вы, наверное, заметили по видео, разработчики хотят выпустить свой проект в первую очередь на мобильные платформы. А там уже дополнить количество платформ с помощью PlayStation Vita, 3DS, PlayStation Move и Kinect. Что, тоже не заметили среди всего этого многообразия персональные компьютеры? Пока насчет них разработчики молчат. Ну и о дате выхода. Ориентируется студия Drinkbox на 2015 год. На днях Valve обнародовала новый список игр, которым сообщество дало зеленый свет в Greenlight. И один из проектов этого огромного списка настолько сильно выделялся, что о нем последняя новость блока. Скажите, когда вы были маленькими, делали ли вы так? Расставляли руки в стороны и бежали, изображая из себя самолет? Если да, то прекрасно, а если нет, то специально для вас студия North of Earth создает проект Cult of the Wind. Это мультиплеерная игра, где все зависит от воображения самих играющих. Каждый в данном проекте управляет человеком, возомнившим себя самолетом. Я не шучу, это фишка игры. Он двигается как самолет, поворачивает как самолет. В общем, ему только способности летать не хватает. Весь геймплей зависит от карт, на которых играют люди. Это может быть и захват флага, и дефматч, гонки, пазлы, в общем, все зависит от фантазии. В проекте также есть возможность прокачивать вашего человека-самолета. Скажем, нацепили на него ветровик, и вот он уже может прыгать на большие расстояния. Дали другую особую штуку, и он может трансформироваться в самолет. Не настоящий, правда, но все же. Проект Cult of the Wind слегка непонятный, но оттого не менее интересный. К сожалению, о дате выхода данной игры ничего не известно. Не
Если в прошлом выпуске я рассказывал вам исключительно о русских проектах, то в этом я решил снова обратить свой взор на Kickstarter и Indiegogo, дабы найти интересненькие проекты. И вот один из них – Prize and Escape. Из названия понятно, что дело будет происходить в тюрьме. Нам предлагают взять на себя роль преступника, которого схватили за убийство. Естественно, в суде его признают виновным и отправляют в тюрьму. Но наш протеже не намерен там задерживаться. Он решает бежать. А вот как он это сделает и получится ли у него, целиком и полностью зависит от вас. Проект создается в жанре RPG-Adventure. То есть нам предстоит очень много ходить и говорить, а также попутно прокачивать нашего героя. Кстати, о нем. В самом начале нам предстоит создать его и выбрать ему особые атрибуты. Наш протеже может быть как брутальным мачо, способным решать проблемы одним взглядом, так и забитым дохляком, которому только крысой быть. Кстати, сдавать других – одна из особенностей игры. Серьезно. Но такое поведение однозначно не понравится вашим коллегам по тюрьме. И тогда уже вам предстоит бояться за свою жизнь. С другой же стороны, вы можете вступить в одну из местных банд и начать выполнять задания, уже будучи своим. Это занятие также не лишено привилегий. Но если оба варианта вас не устраивают, то будьте одиноким волком и просто выполняйте задания, которые могут дать абсолютно все в тюрьме. Естественно, это не все, чем вы можете заняться. Хотите читать книги? Да пожалуйста, идите в библиотеку. Захотелось перекусить? Столовая к вашим услугам. Жаждете сделать что-нибудь? Мастерская распахивает свои двери перед вами. Естественно, все эти занятия влияют на персонажа, его характеристики и дальнейшие способности. Тюрьма – место неспокойное, и стоит отвлечься, как у тебя уже под ребрами торчит заточка. А чтобы такого не случилось, надо атаковать первым. Сражение в игре происходит в пошаговом режиме. То есть, если ситуация сложная, то у вас будет время тщательно подумать, оценить все варианты и выбрать наилучший, после чего приступить к его осуществлению. Что же до оружия, которым нам предстоит орудовать, то его необходимо создать самостоятельно. Вот тут в дело вступает крафтинг. В данном проекте он очень многообразен и в первую очередь зависит от вашей фантазии и умения комбинировать. Все действия выполняются в прямом смысле на коленке. Допустим, у вас есть батарейка и фольга. Делаем подобие зажигалки. С ее помощью вскрываем пластиковую бритву и забираем оттуда лезвие. Затем нагреваем зубную щетку, вставляем в нее лезвие и вуаля, базовая заточка готова. Но это только один вариант. Вообще вся игра делится на два этапа. Первый, так сказать, обучающий. В нем вас помещают в местную тюрьму, где вам надо просто выжить, обзавестись знакомствами, прокачать способности, научиться крафтить и так далее. А вот затем вас отправляют в особую тюрьму, где уже и предстоит использовать все то, чему вы научились ранее, и попытаться сбежать. В этом весь проект Prize and Escape. На данный момент он собирает средства на Кикстартере. Если хотите подсобить ему или же просто почитать поподробнее, то ищите ссылку в описании. Хотите просто чем-нибудь забить время, тогда попробуйте игрушку Pyro Jump. Жаждущим до стратегических баталий однозначно стоит потратить денежки и приобрести Meridian New World. Если же вам будет мало предыдущей игры, то можно в довесок попробовать Unending Galaxy. Любителям покатать шары я предлагаю поиграть в демо-версию Rolling Sun. Но если вы ищете во что бы порубиться с другом, то можете попробовать проект A Hacker's Hunt. На сегодня это все. За порцией новых новостей и игр приходите сюда ровно через неделю. У микрофона был Сергей Белоусов. Спасибо за внимание, до новых встреч. Пока!